Здравствуйте! И снова с нами Вилли. Вилли уже седьмая часть. Итак, сегодня Вилли будет играть в детектива. Что же он ищет? Вот посмотрите, деньги. Здесь кто-то прячется. И давайте посмотрим, что же будет. Давай, Вилли, давай, начинай искать. Итак, Вилли приехал в полицию. Так, денежка, денежка. Вот, везде денежка. Так. Ну что же. Заедем. Ой, а в полиции машинка хочет поесть. Хм. Говорит, поднимайтесь выше. Давайте поедем вверх. Стой, Вилли. Езжай дальше. Итак, Вилли проехал. Куда он проехал? Не знаю. В банк, возможно. Наверное, это банк. Так. О, в банке вот такая старушка. Прибирается. Что нам нужно еще? Откуда ввели деньги? Непонятно. Ну ладно, Вилли, езжай. Ой! Вот какая злая здесь уборщица. Так. Двери не открываются. Что у нас тут еще есть? И нас старушка не пропускает. Нам нужно убрать старушку. Так, что же сделать? Ну, Вилли, помогай. Может быть, подъехать к двери? Стой. И... Ой, нет. Так, смотрим. Смотрим, нет. Дверь не открывается. Какая-то рыбка, какая-то кнопка. И больше ничего нет. Может быть, ведро у нее забрать? Нет, ведро не забирается. Что же Вилли может сделать-то? А, вот, дверь открыта, только что была. И... Она закрылась. Нам нужно открыть дверь. Их просто нужно было потянуть. Давай, Вилли, езжай. Пока старушка тебя не увидела. Вот так. Вилли молодец. Вилли придумал, как объехать старушку. Так, давай, давай, Вилли, езжай. И падай вот на такой батут. Ай, Вилли, не перевернись. Есть. Так. Вилли делает сальто. Ой, посмотрите, как у Вилли глаза были. И Вилли езжает дальше. Так, куда же здесь ехать? Что же здесь делать? Какая-то красная кнопка. Ну, давайте нажмем на нее. Пик-пик. Денюшка. Денюшка. Ну, это нам рассказывает, что, наверное, влаживайте инвестиции, и ваши денежки будут идти выше и выше. Ура! Мы прошли этот уровень. Что же дальше? Вилли поехал и думает за деньги. Ой, подождите, сработала сигнализация. Что же там такое? Так, ой, какие-то злые машины украли полностью все денежки. Ну, не все, несколько денежек осталось. Вилли посмотрел и говорит, что это? Давайте посмотрим. Ой. И Вилли куда-то приехал. Ну куда Вилли приехал, непонятно. Ой. Ой. Так, шкаф нас дальше не пускает. А, Вилли. У него тайная квартира. Это Вилли. Супер крутая машина. Так, вот у него, он увидел, что здесь сработала сигнализация. И машина убежала. И теперь у него осталось вот такое. Так, давайте же попробуем стереть и посмотреть, что это такое. Так, это у нас номер 34. Попробуем найти вторую часть. Итак, поиск всех машинок с такими номерами. Вот у нас сколько оказалось машин. Ну, давайте попробуем. Вот машина похожая была на вот такую. Но попробуем нажать. Так. Не подходит. Вторая не подходит. Третья машина не подходит.
Четвертая машина не подходит. И эта машина тоже не подходит. А вот машина под номером 347 подходит. И сразу же мы по GPS на компьютере ее увидели. Ура, поехали дальше. Так, нам теперь нужно эту машину найти. Ой. Посмотри. Так, поехали, еле давай. Стоп. Ой. Круто. Так, как же это проехать теперь? Ну, давайте попробуем еще раз. Так, Вилли, быстрее, давай, Вилли, быстрее. Вот, Вилли, почти, еще чуть-чуть, Вилли. Молодец. Итак, что это опять катапульта делает? Вот. Выбросила Вилли на второй этаж. Так, теперь мы попробуем опустить вот такую платформу. Эта платформа. И эта платформа работает вот так. Ну давай, Вилли. И увеличиваем платформу. Вилли проезжает. Давай, Вилли, давай. Так, вот Вилли проехал. Так, краник спал. Ой! Так, что же здесь? Отель. Так. 1, 2. Ящик какой-то. Ну, давай посмотрим, Вилли, что это такое за ящик. Ящик просто как ящик. Так, Вилли проехал сюда. Что нужно сделать? Электричество. Так, заправить. Точно. Так, мы заправили генератор. Генератор дал ток. Итак, ток наш идет сюда и никуда не уходит. Так, что же делать с ящиком? Так. Нам нужно, наверное, поехать на второй этаж. Так, ну на второй этаж мы поехали, и нас сразу же разбойник побил. Плохо. Так, ну что же, опять выливаем, заезжаем. Так, ну давайте посмотрим, что же это такое. И включаем генератор. Что генератор делает? Ничего не делает. Так, как же нам украсть вот этот ключ? Здесь ничего нет больше. Интересно, кошечка спит. Это работает. Вот, свет включили на втором этаже. Так, мы обманули его. Так, и что же он сделал? Давайте попробуем еще вот сюда. Так. По идее, вот, разбойник приехал сюда, и теперь он назад нас не увидит. Давайте попробуем. Быстрее, быстро, Вилли. Все, Вилли прошел этот 5-й уровень. Давай, Вилли, проезжай. Ура, Вилли проехал 5-й уровень. Так, что же дальше? А вот и наша машина. Спит. Так, ну давайте попробуем. Батарея нет. Ой, куда-то уехал. Так, нужно. Все, мы смотрим. Вот, нужно Вилли не шуметь. Так, пробуем еще раз. Да что же это сразу же музыка включает? Ничего не трогаем и смотрим. Так, нам бы запереть сразу же дверь. Вот эту.
Так. Что же нам делать? Ничего не помогает. Так. Подвали включился свет. Есть. Вау! Давай, давай, давай! Дверь. Все. Ура! Мы поймали эту машинку. И включилась музыка. Ура! Музыка включилась. Так, смотрим дальше. Что же сделает Вилли? Так, Вилли поехал. Вот какая-то картинка у нас. Так, что же на этой картинке? Я ничего не увидел. Нужно будет еще раз посмотреть. А, там, наверное, видеозапись, на которой машинка убегает и... Вернее, грабит. Вот она грабит. Сразу же наш банк, в который мы оставили денежку под проценты. И Вилли, значит, теряет свои денежки. Так. Вилли увидел, как уехал, приехала машинка в банк. Так, о, вот колесико наше. Свет, но свет нет. Ой, а, мы опять вернулись в свою лабораторию. Так, смотрим, что же здесь. Увеличили, смотрим. Ну, давайте еще увеличим и посмотрим. Так, вот какая-то крутая машина. И что она нам дает? На заправку. Что это? Где это? А, вот у нас на карте. Мы можем посмотреть, где это на карте. Так. Нам нужно найти три детали, по которых мы можем найти... Уменьшить радиус поиска. Так, смотрим, что же у нас еще. Птичка. Нет. Поезд. Давайте попробуем убрать телефон и поставить. Вот, мы увидели автобусную остановку и газовую заправку вот здесь. Ну что же, давайте посмотрим дальше. Так, вот, Вилли поехал смотреть на станцию. И сразу же пробка. Что же здесь делать в этой пробке? Так, посмотреть. Что-то мы включили, что-то мы отключили. Не подходит. Так, а что же это? А, вот, нам нужно загрузить вот такие машинки. Опять вниз. Так, все, мы загрузили одну машинку. Наверное, нам нужно будет загрузить все эти машинки. Так. Ой, как интересно. Это можно себя попробовать грузчиком. Так, есть. Стоп, давай опять. Да, сложно здесь. Что же делать? Раз, два, три. Ничего нельзя сделать. Ну давай переставим теперь и попробуем собрать под другую сторону. Давай еще раз. Так. Поехали сюда. Давай сюда. Так, вот сюда. И давайте, давайте попробуем еще загрузить эту машинку. Ура! Мы загрузили вторую машинку. Так, так, так. Ой!
Давайте попробуем это поставить под стеночку. Так, эти ящики мы поставили так. Здесь попробуем поставить так. Какой-то ящик закрыть. Как тяжело работать грузчиком. Это мы... Грузчик, наверное, работает в порту. Так. Так, Вилли подъезжает. Смотрим. Вот так. Ура! Мы загрузили все... Все коробочки и нашли колесико. Так, поехали дальше. Ура! Здесь мы нашли и машинку, и колесико. Ой! Что это такое? Непонятно. Так, так, так. Наверное, нам нужно поймать эту машину. О, мы нашли эту машинку. Так, колесика здесь нет. Здесь нет. Нет, не вижу я. Где она здесь спрятана? Ну-ка, еще раз попробуем посмотреть. Нет, так, это у нас... Открывается дверь. Ну, давай попробуем поехать. Ура, Вилли здесь не утонул. Ура. А что же теперь? Может быть, на кораблик нужно будет? Тогда нужно здесь поднять. Так. Ой. Ну, Вилли. Давай. Вилли, мы проиграли. Ниже не опускается. Так, что же сделать? Так, попробуем опять здесь поднять вот так. Ой. Ну, давайте попробуем ящик. Их тонет. Возможно, это электромагнит. Давайте попробуем. Или простой магнит. Поймает он нам Вилли или нет? Так. Смотрим. Ну. Так почему же нет? Нужно ниже было опустить. Так. Опять мы сюда бросаем. Открываем. Поднимаем. Опускаем пониже. Еще. А, вот так. Так, Вилли. Езжай. Подъезжай поближе. Стоп, Вилли. Не упади. Так, Вилли, давай. Ура! Мы поймали Вилли, и теперь мы Вилли поднимем вверх. Так, пока Вилли не упал. Нет. Нужно еще выше поднять. Ура! Давай. Ой! Еще Вилли повыше. Езжай, пока тебя еще раз не поймал. Так, Вилли проехал уже 9-й уровень. Ура! Ну что же, сегодня мы долго играли. Давайте попробуем поиграть в следующий раз. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте смотреть новые серии. Всем пока-пока!